Обманутые дольщики Миловского парка остались недовольны решением советского райсуда Уфы заключить под домашний арест экс-руководителя компании «Килстройинвест» застройщика объекта Дмитрия Комлева. Об этом РБК Уфа сообщил председатель инициативной группы дольщиков Владимир Гуськов. Пострадавшие намерены обжаловать решение в Верховном суде республики. Арестовал Комлева, мы, конечно, очень крайне довольны, но недовольны решением суда, получается, оставить его под домашним арестом. Мы, конечно, требовали в суде тем, чтобы ему, получается, назначили меру пресечения в виде содержания под стражей. Начало судебного заседания ждали десятки дольщиков. Как только конвой привез задержанного, покупатели жилья в Миловском парке стали скандировать фразу «Вор должен сидеть в тюрьме». Ранее следком заявило возбуждение уголовного дела в отношении Дмитрия Комлева о хищении у дольщиков более 2 миллиардов рублей, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в 2013-17 годах застройщик получил по договорам долевого участия взносы, но средства на строительство не направлялись. Статус пострадавших получили порядка 1500 человек. РБК следит за развитием ситуации.